В эти дни в Волгограде под эгидой Российского национального союза пчеловодов проходит ярмарка меда. В наш город свою продукцию пчеловоды привозят в четвертый раз, и на витринах представлены более 30 видов меда, который собирается на кочевой пасеке. Приходится кочевать, переезжать с одного места на другое. Там, где высевается культура, например, цветет гречиха, мы выезжаем на гречку. На цветение белой акации, на цветение липы. Все это профессиональный подход, кочевой образ жизни. За счет кочевок вот собрано такое обилие, разнообразие меда. Такие ярмарки проводятся по всей стране. По словам самих пасечников, основной задачей ярмарки является защита прав потребителей, предоставление им качественной продукции без посредников и с гарантией. Ленточкой, непрерывной ленточкой. Это говорит то, что мед здесь качественный, струйка не обрывается. Если в меде будет большое содержание влаги, то вот эта вот ленточка, видите, тонкой превращается в нитку. Она оборвется быстро, если будет повышенная влага. Приобрести свежий, а главное качественный мед можно на улице Краснознаменской до 31 июля. В следующий раз пчеловоды порадуют волгоградцев своей продукцией уже в конце сентября. Татьяна Левашова, Олег Буравцев, Евгений Маслов, Волгоградское деловое телевидение.